Кто-то занял мое место. Он поплатится за это. Кто бы ты ни был. Надо срочно найти пистолетик и завалить тебя. Так, а ты там ходил? Броня есть. Дробаш есть на дороге. О! Собака, прикинь. В этой схватке я выиграл. Так чё такое-то, ну? А, у него 2000 было. Был шприц вообще. Короче, понятно, голяк. Не, ну без шприца я покойник, короче. О. Хорош. Ты не поверишь, здесь два шприца, короче, валяются. Да мне как раз надо. Ну блин, я до тебя живым не добегу. Скорее всего. И у меня два еще. Я тебе дам. Давай, стой там, охраняй, я иду к тебе сейчас. Сейчас да. Охраняй, здесь только труп, блин, меня сейчас чпокнут. Ну, если тебя чпокнут, у меня будет 4 шприца. Нет, с трупа один шприц дают только. Это что, акция что ли какая-то? Дают один шприц. Да, один труп, один шприц. Сейчас, сейчас, я уже бегу. Так, тут рубаш был. Мне как раз два надо похиляться. А чё ты без меня? А где её взять-то? А где? Искал. Вот шприцы, а, здесь, да. Вот. Раз, вот здесь два. Все, я назад возвращаюсь. Тихо, тихо, тихо. О, видишь, кто-то идет. Три патрона осталось. Нет. Еще один шприц. Бери, бери бизончик, конечно. Здесь нету больше, да, шприцов? Наверное. А у тебя полная жизнь? А, полная жизнь. Тихо, спускается. Отчаянный вообще. Да вообще. Ты мой фраг забрал. Я Фамас, короче, себе закажу. Тебе на бизон? На бизон патрон заберешь. Давай, давай, давай. На дороге валяется. Я броню заказал. На жете были, ну ладно. Для Фамаса возьмешь патроны здесь. Да? Ну, да, можно. Меня подлагивает немножко. Так. А где для Фамаса патроны? Может, ты забирай, я у себя заберу патроны. У меня там две пачки есть. А то не пропаду сейчас. Броню надо? Ну, забрал уже. Чё там, броня? Пистик. Не, у меня 2000. Здесь лучше. А чё там пистик какой? Юспик? Либо 5.7, либо 250.
Я даже дома не посмотрел. Да чё бегал тут? Я тоже ничего не посмотрел. И никого, блин, не убил. Ты всех мои фраги, блин, забрал. Да, как так? Врёшь ты. Хотя я тебе говорил, где они. Да, ёптыть. Не понял. Чего такое? Дрон ко мне не летит, прикинь. Ну сбили, чё ты, беги ко мне. Плохая зона. Да ёбаный рот, а. Что за дела? Не ругайся. Ну, не люблю, когда не получается просто. Она же взрослые смотрит, зачем материшься? Да, дети-то бог с ним, взрослые. Да, огромные дети пофиг, главное, маленькие взрослые. А что, у нас ардропчик будет, скорее всего, на правой стороне? Нафиг я отсюда ухожу, я пойду туда вначале сгонять тогда. Ну давай, я думал, ты меня хочешь прикрыть, ладно? Так а что тебя прикрывать-то? У тебя бизон? Мощное оружие, патронов... Так сказал, как будто у меня скар, блин. Патронов не перестрелять. Да, не перестрелять. 64. О, у тебя этот аэродропчик. О, все, иди. Пес лагает. Морковка есть. Ну, этот, выдерни ее. Не, ФАМАС же лучше. Пахает. Тихо. Не, у тебя нет никого там. Ты дрон летает просто? У тебя мания преследования. Они что-то там с друг другом воюют все. Нас оставили в покое. Ну да, но сладкое. Хотя мы пипец горькие. Со щитом я прыгать нормально так не буду. Так, не знаю, шприц или что. Подлагивает, да? Видно очень сильно. Я одного сейчас убил. Прям на него прыгнул случайно. Все патроны, блин, истратил. Один туда убегает. Один был интересно. Это был. Four enemies remaining. Ох, как подлагивает. А, блин, я двоих убил, меня один. Но я отряд устранил, Рус. Чтоб тебе было хорошо.
Он сидит, гад. Я батя кривой. Но это наследство, иначе. Он даже не понимает, откуда стреляет. Угу. Подожди, у нас еще тут челик же есть. А ты в хорошей зоне. Все, да, технично смотри. Патрик заказывает. Ко мне зашел челик. К тебе зашел. Тебе надо наверх прыгнуть, на крышу. Спасибо, дружище. Все, и один слева. Да, ну зачем? С крыши прям стреляй. На патронов мало. Сейчас прилетят. Сломай. Быстрее, 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 быстрее. Он бежит, наверное. Нет, не отсюда, но видишь же, нету. Он же здесь, наверное. Бон. Иди вперед! Зачем, зачем мне идти вперед к нему, я не понимаю. Для чего? Они вообще, блин, играть собираются или нет сегодня? Это четвертая подряд, да, как бы вообще? Ну, на изи такая. Ну, одна очень такая тяжеленькая, конечно, была. Блин, вообще криво стреляю. Я, короче, перезагружу сейчас, что-то меня лагает немножко. Лайк, дизлайк, подписка, ребят, удачи.